Ой, всем привет, ребята! Вот сегодня мы решили в такую идеально красивую весеннюю погоду покушать роллтон. Мы, конечно, не всегда кушаем роллтон, очень редко едим. Но из-за того, что был вчера праздник, можно чуть-чуть повеселиться и покушать роллтон. Ну, у нас есть роллтон сам. А теперь бульон. И масло. Масло мы не добавляем. Некоторые говорили, что оно не полезное. И такое, всякое, короче. Ну, мы всегда вот так делаем. Просто с ним жмякаем. Да, вот так вот жмякаем, так как шмяк-шмяк. Мам, у нас сначала бульон, а потом воду, да? Аккуратно сказала и сама открыла не на ногу. Ты вылишь как ясненько дать. А как же здесь говорить? Ты вылишь как кто? Ты же вылила? Моя палатка. Аккуратно. Учитесь уши повара. Семь повара рукой. Вот так вот берете. Пакетик вот так делаете. Дайте открою. Сможете сколько здесь? А то ты еще вылили. И соли очень много, если что. Вот так вот. Да, там очень много соли. Да, я тебе аккуратно открою. Не зубами. Да, я тебе открою. Вот так вот поворачиваем. Да зачем поворачивать? Или повар. А что это вниз сделать? Сейчас дай. Давайте я воду наливаю, убери. Сколько, скажи, сколько ты хочешь рукой, много или мало? Много. Хватит? Угу. А теперь... мало. Закрываем тарелкой. Не мало. Нормально, поставьте там в тарелку, Атика. Так много, я вообще не люблю бульон. Ну, потому что так. Там берем тарелочку. А вот так и лучше, да? Без разницы нету. Без разницы. Ну, мы закрываем так. Вот видите, вот этот круг, вот такая же эта дырка, вот так можно посмотреть. Вау, рухая. Ну, вот сейчас, пока он будет вариться, мы пойдем погуляем. Покажем вам наш огородик. Идемте. Наш маленький огородик. Как сказать маленький? Ладно, идемте. Вот наш огород. Это все наше. Это наша кошка Мумина. Она беременная только уже второй месяц, третий даже месяц. И почему? У нее котят нету. Она, по-моему, не собирается рожать. Нет, просто вот здесь такие цветочки. Тихо, слушайте. Пчелы, слушайте. Так много. Ага. А еще здесь очень много ромашек. Смотрите, еще мы хотели вам показать, здесь у нас кафе есть, вот здесь столик, это мы с вами сделали. Вот смотрите, здесь наше кафе, мы здесь сидим, кушаем, а где мы готовим, идемте покажем. Кажется, там чуть не убрано. Ну вот здесь, смотрите, принимаем заказы. Печка, а уже здесь холодильник, тут ничего нету пока что. Мы еще ничего не взяли. А еда у нас бывает, это трава. Трава, цветочки. Цветочки. А если у нас будет еда нормальная, короче, может и настоящую принести. Да. А так у нас пока что, потому что это брокколи. Вот. Это для этих очень много пчел бывает. Мое любимое дерево. Мы очень любим. И вот, например, здесь мы его назовем вот так. Это кафе. Ну, как сказать, отель. Это мое место, это моя комната, моя вон там наверху. Вот это мое место. А вот мое место. Я здесь люблю хотеть. И вот чтобы зайти сюда в этот отель, надо вот так, например, здесь мы стоим. Так говорим.
Вот здесь у меня такие штучки, будто бы она, это ешь не губы. Она говорит, типа, пароль, а мы говорим динозавр, и это тихо. Это пароль, что динозавр, и мы потом залезаем. А вот я тут, а я тут отсюда. Да, у нас очень много штучек. А вот мой отель. А вот моя пись. А вот мой диван. Здесь я очень много синих таких маленьких цветочков. Давайте посидим. Да. Может, сюда мы принесем, покушаем? Вот. Давайте посмотрим, вот приготовилась ли наши роллы. Роллы там у нас. Кто умеет делать этот венок, напишите в комментариях. Я просто хочу очень узнать. Моя соседка у меня делает венки. Она такие нормальные такие. Тихо. И цемоль. И все. Может, пришли покушать? Посмотрим. 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 Не, уже все. Все? У нас валится уже. О, да. А, да. А, да. Только вы нам не завидуете. Аккуратно, осторожно, горячий. Угу. Все. Ложечку. Так, угу. Надеюсь, туда все. Идемте туда, надо. Что? Не надо, она вылится. Ну, что? Адика, осторожно. А, ой, я кошка не видела. Бедная кошка. Бедная кошка. Бисмилля рахмана рахим, скажи. Надо еще этими вот так взять и палки как раз уже бывает. Так, тарелку выставьте, чтобы не вылезли. Выставьте тарелку. Поздно, мама. Можешь мать. Нет, вот. Вот это как было. Не жалеется. Мне надо огурец покрутить. Я сейчас огурцом люблю. Я не люблю. Мы пока так кусаем зверечи. 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 Знаете, как все делают? Так делаете? Одну вещь забираете? Ну, так. Как блинчиком. Блинчиком было. Я вообще, честно, не люблю маринад роллы. Не вкусно. Макароны вкуснее. Или спагетти. А что такое же? Какой там полусотек? Вот так надо делать. Сейчас одну вот так. Брызгается. Вот так надо. Я люблю просто вот так. Вот так надо. Сухим. Мне жарко. Ай, минутик. Ну, да, 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 будем кушать. Пока-пока. Ну, бухалочка, покушаем. Всем пока-пока. Пока-пока. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Очень много лайков поставьте. Много-много. Много-много. Миллиард. И подпишитесь на наш канал. И здесь, и сердечко.